магазине «Крошка» есть вот такие вот замечательные многоразовые подгузники. Есть вот такие вот замечательные тренировочные трусики. Покажем небольшую разницу между ними. Многоразовый подгузник предназначен для деток с рождения и до 2 лет. У него в комплекте есть 2 вот таких вкладыша. Это тот же самый обычный подгузник, но после использования его можно постирать и снова применять. Размеры здесь регулируются с помощью заклепочек. Расцветки самые разнообразные для мальчиков, для девочек. А вот тренировочные трусики используются для деток с 1 годика до 5 лет. У них здесь есть мембрана, которая не промокает. Внутри мягкий махровый слой. Трусики плотно прилегают к ножкам, тем самым влага остается внутри, вызывая дискомфорт у малыша. Поэтому малыш же будет проситься у вас на горшочек. Очень удобно и для мамы, и для малыша. Поэтому с нетерпением ждет всех в магазине «Крошка».